Добрый вечер, уважаемые любители футбола. На связи Караганда, где буквально традиции Саша Стаменкович, номер первый. Четвертый номер Ренат Абдулин, второй Георгас Фрейдгеймас, 25-й Александр. Сегодня он с капитанской повязкой. 27-й Юлиус Зоки, 6-й Ильнур Мангуткин, 24-й Милан Стоянович, 18-й. Чем ответят карагандинцы так? И правый фланг был, хорошая передача. Находит штрафной, прострел, не получается. И тут... Так, ну и давай. Углового Милан Стоянович. Подача в штрафную площадь. Удар по воротам не сильный. Но тем не менее некую нервозность для подавать корнер карагандинцы. И... Здесь и Стаменкович. Ну и Стаменкович все матчи в чемпионате сыграл, не давая шансов своим конкурентам по вратарскому цеху. И опасный момент. Обыгрывают Стаменковича. И счет открыт в матче. Неожиданная развязка событий. Как смотрите, Зоки сейчас отпразднуют забитый гол. Непонятно, чем сейчас занимались. Положение вне игры. Оказывается, все по правилам и все честно. Вот смотрите, какую отдали передачу. Проспали, конечно, сейчас защитники Юлиуса Зотки, и Марочкин как-то спиной был к словацкому полузащитнику горняцкого клуба. И счет открыт у нас 1-0. Да, и позиция, есть простор для мыслей, можно подавать штрафную, собственно, это и происходит. Удар по воротам. Давайте на повторе посмотрим. Здесь Козлов, по-моему, если не ошибаюсь, это... Обыгрывают Габышева. Можно бить! Какой хлесткий удар сейчас был. Видимо, чиркнуло кого-то. Ну, не знаю. Подача в штрафную. Мангуткин головой. Габышев, смотрите, как даже ухитрился на него. И вновь Стоянович. Разбег, подача. Да, и никого там не было из горняков. Еще один удар. Оказывает, нужно действовать. Чесноков дает свисток. Заброс. Шатси кулаками. Удар по воротам. Блокирует защитник. Кузнеченко ничего не оставалось. Шермялец. Заброс штрафную, удар по воротам можно наносить. Гогуа там сейчас угрожал воротами, вот только сейчас. Можно Гогуа с лёта наносить удар, но это, знаете, такой оптический обман. Там немножко иначе все обстояло дела и для грузинцев. Заброс штрафную, но здесь кроме футболистов Джедвеса никого не было. Вот здесь можно бить! Не точно. Хотя дал передачу на партнера. Хороший дриблинг демонстрирует футболисты. Можно наносить удар по воротам. Шацкий на месте. Можно завершать. И Гагита Гого промахнулся. Бельгиец. Вот здесь на повторе нам прекрасно видно. И Сергей Шафа входит в штрафную. Делает прострел. Можно хорошо было сейчас замкнуть ее. Ну там... Плюс еще Гунжими не очень удачно распорядился мячом. Ну и... Лукас Хорват. Удар по воротам Шацкого. На месте Игорь. Смотрите, изящно. Татыбаев на Зошика отдал передачу. И есть пространство. Эх, замешкал футболист Шахтера в этом эпизоде. Можно удваивать счет. Выносит его за боковую линию. Видимо, судорога у Стояновича ногу свело. Да, вот здесь. Вот все-таки по игре, учитывая то, что... Кокшетауцев практически нет. Так в игре 20-го тура против Кокшетауцкого